Резные камни печати от античной эпохи до 20 века, редкие бронзовые скульптуры, предметы быта, эти и другие экспонаты были представлены на выставке «Дух мелочей. Эпоха и поэтика» Михаила Кузьмина. В интерьер музея Владимира Набокова СПбГУ вписана экспозиция, центром которой являются произведения русского литератора и композитора Серебряного века Михаила Кузьмина. Представленные издания увидели свет еще при жизни автора. Коллекцию дополняют произведения Ольги Погодиной-Кузьминой, правнучатой племянницы Михаила Кузьмина, а также редкие печатные издания из частных собраний научной библиотеки имени Максима Горького СПбГУ. Все главное кроется в мелочах. Открытие выставки состоится 24 апреля в музее Набокова СПбГУ. Экспозиция будет открыта до 13 мая. Успейте увидеть и прочувствовать этот дух мелочей. Алина Клинникова, Денис Сосин, Алексей Чупка, медиацентр СПбГУ.